солнечной Одессы, я так думаю, там чуть-чуть теплее, чем в Киеве. Сегодня у нас проходит Битлук Сноу Дрифт. Это соревнования по зимнему дрифту. Несмотря на погоду, на отсутствие снега, мы все-таки подготовили трек. И сегодня будем гоняться. Жигули — это не только автомобиль, который очень недорого стоит, и у него очень хорошее соотношение мощности, веса и развесовки. Ну, как бы это смешно ни звучало, но для зимнего дрифта это идеальный автомобиль. И если я уперся, в прямом смысле слова, уперся в своего соперника или он в меня, мы вот просто так и едем, ничего страшного. Ну, я видела, как ты на парковке там просто врезался в соседнюю машину и поехал дальше. Даже я просто парковался внимания. На звук, да. Ага, парктроник так. Парктроник, в самом деле. Короче, это безумно веселая игра. И чем эта машина отличается от обычной «Жигули»? От обычного «Жигули», который вы привыкли видеть где-нибудь на улице с холодильником или картошкой в багажнике, в этом автомобиле остался только кузов и частично проводка. У нее выворот гораздо больше, чем у стандартного автомобиля. Больше возможностей настроек подвески, переделан двигатель, перебрано, усилено КПП, блокировка, задняя ходовая другая. Ну и самое дорогое и то, что влияет действительно на езду этого автомобиля, это резина. Изначально этот автомобиль я купил у парня лет 19, и, наверное, из всей гоночной тусовки я единственный, кто автомобиль не занижал, а немножко подвысил. Подвеска совсем не работала, пружины были срезаны в хлам. Я обратила внимание на внешний вид твоего автомобиля, и у меня есть некоторые вопросы. Я, конечно, могу долго стоять, распинаться, что я тут крутой задаватель жигостиля и все остальное, но на самом деле я тебе скажу, как было. После каждого удара на какой-либо тренировке или каком-нибудь соревновательном моменте нам приходится автомобиль восстанавливать, ну, хотя бы примерно в первозданный вид, и каждый раз так получается, что там цепляем какой-нибудь фендер. Почему у тебя висят наручники и почему Red Bull пристегнут к твоей машине? Просто дома валялись наручники, и я приехал на прошлый этап с ними, кто-то из ребят просто их сюда зацепило, но когда я увидел, что большинство фотографов уже мимо автомобиля не проходят, все фотографируют этот финт, я думаю, ну пусть останется. Когда едешь, я не знаю, спидометр не работает, но, наверное, километров 80 в час, эта банка Red Bull заскакивает на капот и работает как индикатор, может, как ограничитель, да. Расскажи про свои фары и вот эти вот... Так тюнинг такой появился у тебя, расскажи об этом. Валялись в гараже там на складе эти светозащитные шторки. На самом деле их ставили на автомобили отечественного производства военного. Для того, чтобы когда идет колонна с техникой, где-нибудь в зоне боевых действий с вертолета, не было видно свет фар. Пару раз эта штука спасала фару от деформации. Давай обойдем машину с этой стороны. Давай. И обрати внимание... на вот такую деталь, как выхлоп. Почему у тебя сердечко здесь висит? Знаешь, когда у тебя друзья, они же механики, сварщики, они же мотоциклисты, без прикола точно не обойдется. Они ее просто прикрутили мне на выхлоп, а потом, зная, что я ее могу самостоятельно снять, они ее приварили. Поэтому на всем этом брутальном, опасном автомобиле, я думаю, самая милая деталь. Помоги мне, пожалуйста, открыть капот. Я хочу туда заглянуть и посмотреть, что тут. Несмотря на то, что это «Жигули», здесь очень чисто и все аккуратно. Как вы добились этого результата? Тут есть еще над чем работать, и в сжатые сроки подготовки автомобиля к этапу постарались добиться максимального не только внешнего вида под капотом, но и так, чтобы все более-менее аккуратно лежало. Но поскольку это «Жигули», всегда нужно кинуть куда-то плюсовой провод или горит какой-то предохранитель. Некоторые системы здесь работают по принципу «мы живем своей жизнью», иногда может свет включиться, потухнуть. Я вижу здесь достаточно много таких фирменных деталей. Знаешь, люди, которые более-менее разбираются в технике, в частности в отечественной, когда видят, что у меня под капотом, немного удивляются, потому что обычно там видят либо грязный стандартный двигатель, который работает немного неполноценно, либо в заряженных машинах уже что-то свапят. То есть какой-нибудь М40 или что-нибудь 1.6, 1.8 от других автомобилей.
Я же пошел по принципу на классическом автомобиле, оставил классический восьмиклапанный двигатель, поскольку он очень-очень отзывчивый на педаль газа на низких оборотах. Для наших покатушек я считаю, что у меня один из лучших моторов. Давай посмотрим, что сзади этого автомобиля. Я вижу много повреждений. В «Жигулях» особенно популярная тема такого предмета, как ремкомплект. В частности, для этого автомобиля ремкомплектом является моток скотча, пачка стяжек, ну и самое главное, молоток и баллон черной матовой краски. Также очень стильно выглядит вот эта задняя шторка. Эта шторка не только такая себе частичка стиля или, скажем, дань жигулевскому тюнингу, но и это полезная деталь, которая помогает в тот момент, когда ты стоишь на питлейне, там, перед стартом, сзади кто-то из участников может не выключить после заезда люстру, а эта шторка немного помогает с этим справиться. Я вижу, у тебя тоже люстра. Битлук Сноудрифт проводится именно вечером, а точнее ночью. Необходим дополнительный свет. Давай заглянем внутрь. О, у меня получилось открыть дверь. Да. Здесь такие черные трубы. Были сложности установить их сюда? С учетом того, что я доверился профессионалу, он сделал это за несколько дней, и я очень доволен результатом, потому что ощутимо повысилась жесткость кузова. Когда ты привыкаешь к автомобилю, особенно спортивному, ты чувствуешь, в принципе, все нюансы работы любого узла, агрегата, даже когда кузов немножко где-то скручивает, это можно почувствовать. У тебя, я так понимаю, нет гидроусилителя? Рулевое управление здесь было доработано минимально. В «Жигули» есть слабое место, это крепление рулевой колонки, которое абсолютно не держит и чаще всего лопается лонжерон. Именно в том месте мы усилили. Поставили переходник на руль, поставили руль на гарде, немножко сделали такой кастомный гидроручник, и переделали немного кулису КПП, чтобы было удобнее переключаться. Электрооборудование автомобиля, если это можно так назвать, тоже немного изменили. Теперь у меня свет, люстра, дворники и зажигание – это отдельная часть проводки, которая включается через тумблеры, точно так же, как кнопка старта. Датчики у тебя на торпеде такие спортивные. Расскажи, что они значат. Дело в том, что автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2111, а эта машина, видимо, была собрана из двух, в них с завода был только спидометр. Чтобы знать примерно, на каких оборотах я еду, я установил дополнительный тахометр DEFI с линком. Расскажи, как ты изначально начинал учиться дрифту? Прям вот так научиться достаточно сложно. Всегда подходишь, спрашиваешь у более опытных пилотов каких-то советов. Я даже часто даю свой автомобиль кому-то из чемпионов, чтобы проехали и сказали, может, мне что-то изменить. Но, в общем, суть в том, что я думаю, тебе лучше самой просто попробовать. Ты любишь «Жигули»? Я хочу это понять. Чтобы это все понять, нужно попробовать самой. Я вот впервые за рулем такой машины. Расскажи вообще, как ей управлять. Просто помоги мне с этим справиться сейчас. Ну, управлять этим автомобилем немного сложнее, чем твоей машиной, к примеру. Во-первых, здесь нету гидроусилителя, тебе придется нормально поработать руками. Во-вторых, обязательно нужно пристегиваться, чтобы в какой-нибудь критический момент ничего не случилось. В-третьих, здесь раздельная тормозная система, то есть набор. Если ты нажала на тормоз, значит тормозит только передний контур. Задний контур исключительно ручничком. Да, тянешь на себя. Все остальное, в принципе, как в обычном автомобиле. Первое на себя и вперед. Зажигание включается вот этим тумблером. Вверх. И вот эту красную кнопку. Ехать очень активно, особенно когда едешь кому-то в дверь или кто-то в тебя приезжает, то туго затянутые ремни, они на самом деле создают тебе такое даже удобство, комфорт. Мне очень удобно. Мы сейчас будем пробовать. На себя и вперед, это первое. Трогайся.
Тарасу, показываю, и попробуем возле него проехать только так, чтобы его не убить. И выдохнуть.